Друзья мои, вот мы снова и в Манглисе. В прошлый раз я приезжал сюда, делал фотографии, но было очень пасмурно. Но я сделал пару фоток вот этого родника. Кто-то оставил свои надписи, а сейчас мы с вами, знаете, что найдем? Еще одна цель, тоже касается камня. Хочу обратить ваше внимание. Вот. Если внимательно осматривать кладку, в ней встречаются элементы того самого первого храма, который был сильно разбит в свое время, так как этот уже в 10-11 веке перестроен, да? Вот, по-моему, так. А там есть... Вот давайте сейчас внимательно осмотрим стену. Вот. Я знаю, что облицовка была сделана. Опять же, вот эти вот ровные камни вот встречаются, да, такие красивые. Это могут быть камни. О, вот, пожалуйста, то, что я и говорил. Видите, да? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть в спешке уже строилось все из развалин, чтобы спасти хоть то немногое, что осталось. Друзья мои, вот посмотрите на природу. И вот сейчас сделаю так кружок. Хочется гулять и все. Смотрите, какой камень, какой шикарный камень. Как, кто его сюда притащил? Вот кто его сюда притащил? Он сюда прилетел? Это как его надо тащить? Вот, друзья, гуляем. Какая благодать. А, лошадки. Класс. Отдыхает организм, душа. Вот тут шерсть начесал. Можно матрасик собрать овечья. Ну, пойдемте прогуляемся. Возьму я вас с собой на прогулку, друзья мои. Пойдем. Вот такая порода. Ух, друзья мои, вот просто не представляете. Такой кайф. Вот просто целый день здесь провести. Так хочется приехать сюда. Самовар притащить. Тут, друзья мои, речушка течет. Посмотрите, какая травка. Только полезла. Какая красота. Я уже в низину спустился, ищу тут переправу. Тут речка течет с горы. А там внизу Алгетка, речка. Да, как научили меня манглисты. Сейчас где-нибудь тут надо мне перепрыгнуть, найти переправу. Ну, такие свесы. О, нашел. В принципе, здесь я смогу. Здесь я смогу. Коровы сюда приходят на водопой. Вижу следы. Тихо. Так, и наверх. Хоп. 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 Смотри, здесь коровы ходят. Представляете? Мы вот по их следам пойдем. Коровы умные животные. Хоп, и нашли переправу. Видите? Я тоже нашел там же, где и коровы. Ну, какой я умный. Так. О, какая прелесть, друзья мои. Фу. Сейчас буду валяться, знаете. Смотрите, вот так вот. Давайте вместе на небо посмотрим. Как классно.
Речка течет, птички чирикают. И камера пульсирует от ритма моего сердца. А сердце у меня так колотится. Класс. Один. Ну что, друзья мои, вы еще не устали? Давайте тогда пойдем еще дальше. Посмотрим, что там. По идее, мы должны приблизиться потихоньку к пещере Арсена. Я знаю ориентир. Обрыв к реке. Река Алгетка. Вот она шумит. Она слышна. Смотрите, какая прелесть. На такой скале находимся. И какая долина. Какая прелесть. Просто прелесть, друзья мои. Ноги сами. О, видели? Этот ворон. Ворон-джан. Друзья мои, тут споткнуться и тоже как ворон. Вон он летает. Какая прелесть, друзья мои. Смотрите, какие места. Все, я побежал. Побежал купаться. Сейчас я спущусь вниз. Да, кубарем. Блин, здесь колючий кустарник. А здесь обрыв, походу, дело. Мама родная. Ты обратно не хочешь подниматься? Слушайте, смотрите, какой. Это надо было мне там идти, короче, чтобы сюда попасть. Ну ладно. Тут где-то и есть. Какие места вообще? А тут такие уступы, как лестницы. Смотрите, красота какая. Друзья мои, просто. Конечно, тут пещера Арсена будет. Она ему здесь. Я бы сам тут жил. Вот пещеру Макса сделать. Посмотрите, вот здесь вообще можно дом построить. И вот жить, и вот это вообще видеть каждый день. Какая прелесть. Друзья мои, экономлю батарейку, чтобы вам еще больше показать. Пещера Арсена должна быть где-то там. Сейчас сделаю пару фоток и выдвинемся дальше на ее поиски. Сейчас нашел такое вот скопление камня. Кстати, черепица даже здесь есть. Сейчас спускаюсь, очень живописный такой овраг. Я представляю, когда будет растительность, как здесь будет красиво. Вот. Я очень люблю, когда ландшафт, природа наполнена камнями вот так вот, резко торчащими скалами. Красота вообще. Такое ощущение, что здесь кто-то жил. А? Друзья мои, очень люблю гулять по таким местам. Красота просто. Вот, смотрите, мы спустились в такой овраг. Потихонечку. Здесь тропа, кстати, есть. Смотрите, какая красота. А? Артефакт. О, лошадь. Лошадь. Так. Сейчас мы ее так положим. Устрашающе. Вот. Друзья мои, встречаемся у черепа. А вы говорите, неинтересно. Вот шел череп, нашел. Классно. Лошадь. Или саблезубый тигр. Это уж как фантазия разыграется. Класс вообще. Просто иду и кайфую. Как я потом буду обратно возвращаться, меня не волнует. Так, ногу не защемить бы. Опа.
Вот мы спустились в долину.